problem. Так, вы, наверное, думаете, долбоёб, зачем тебе джунгли? Всё, потому что теперь у меня есть свой пляж. Просто свой пляж. С пальмами. Ладно, я чуть соврал, вот есть тут на пляже единственные люди. На моем пляже, блядь. Поэтому я сейчас иду к ним предлагать им платные услуги по шезлонгам и прочей хуйте. Так, идем мы, короче, я думаю, а где же на моем пляже черепахи? Это же, блядь, Тихий океан. Все нормально, вот они. Черепашка, иди ко мне. Что-то с ней не то, конечно, но сейчас будем смотреть. О, акула. Акула плывет, охуеть. Так, отходи. Видела? Нет, не видела. Ебать, вон. Нет, да, я вижу плавник. Блять, ебала я в рот здесь плавать, ну нахуй. Блять, все-таки новости хуевые. Она это самое. Упс. Поэтому акулы вокруг нее и плавали. И как теперь там купаться, блять? Класс. Каким-то супер чудесным образом я попадаю на побережье Тихого океана. И теперь изо всех сил учусь серфить, потому что это была моя мечта. И ебать, это так классно, пиздец. Просто охуеть, вон пацанчики там серфят. Я сейчас тоже пойду. А кто это идет? Wow. Have you know someone?